Добро пожаловать на канал Орхо Самара для тех, кто любит красоту и совершенство орхидей, символ элегантности и благородства. Меня зовут Оксана. Давайте вдохновляться вместе. Сегодня речь пойдет об очаровательно нежно-розовой орхидее тюлькан голландского производителя. У азиатского садовника этот сорт называется Summer Romance. Это многоцветковый гибрид, который относится к группе мультифлоры. Цветет этот фаленопсис очень пышно. На данном экземпляре 23 цветочка. Цветы около 6,5 см. Не имеют аромата. Нежно-розового оттенка с ярко-оранжевой губой в мелкий краб. Высоту растения достигает около 50 сантиметров. Цветонос разветвленный. Цветет очень часто, чем обычные фаленопсисы. Листья крупные, достигают 20 сантиметров в длину. Когда появляется новый листок, он имеет небольшой краб. С ростом листа краб пропадает. Орхидея тюлькан – не капризное растение. Хорошо подойдет для выращивания новичкам. Корневая этого фаленопсиса очень мощная, корни толстые, хорошо нарастают и очень много. Быстро адаптируется в домашних условиях. Эта орхидея у меня уже год и дважды уже пересажена. Раньше я пересаживала орхидеи сразу после покупки. На данный момент я так не делаю. Если только в крайних случаях. Но этот сорт, фаленопсис тюлькан, даже не заметил пересадки, все мои манипуляции. Он быстро нарастил корневую, еще больше, еще мощнее. Мне пришлось пересаживать его в 14-й горшок, и до сих пор он наращивает корни, и практически ни одного корня не потерял. За год это его третье цветение. Оно самое пышное, самое красивое, самое эффектное. Каждый день радует глаз. Сейчас я покажу тюлькан в начале лета. В первых числах июня он заложил два цветоноса. Один цветонос у него был старый. Он вырастил еще один цветонос, очень толстый, с ответвлением. Очень много почек заложил. Рос достаточно долго, задумчиво. Я формирую цветоносы вертикально. Мне больше всего так нравится. Имеет три огромных пары листа. Уже дома он нарастил два листа и сейчас растит третий. Вот еще один цветонос. Он заложил, он еще маленький. Тюлькан постоянно принимает душ, замачивается. Грунт у него состоит только из коры разной фракции. Больше ничего там нету. В горшке я проделываю отверстие для вентиляции, для того, чтобы корни не спрели, не загнили, и у них был доступ воздуха. В конце июня он стал распускать первые цветочки. И сейчас уже конец сентября, и этот красавчик тюлькан не сбросил ни одного цветка. Все держат, все бодрые, и решил на каждом цветоносе дорастить еще как минимум по 6 бутонов. Вот такая красивая орхидея. Кому понравилось, советую этот сорт. Очень старается, радует глаз, нежная из нежных орхидей.
разбудил почку на самом первом цветоносе магазинном. Хочет больше радовать меня, видимо, и решил, что цветов ему мало, он будет дальше наращивать еще цветоносы. Благодарю вас, что посетили мой канал. Спасибо за комментарии, подписывайтесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч!